Привет всем, меня зовут Виталик, я приехал из Варшавы на тренинг к Шамшурину. Я собирался к нему приехать полгода, спланировал, наконец-то приехал, я очень доволен результатом. Я в обычной жизни мне это просто не сделал. Я очень горжусь собой, я по-любому все приколы куплю от того, что, блин, я поблагодарю себя этим, потому что я так все это сделал. Легальные приколы, я надеюсь. Там же можно, да? Сколько номеров взял за тренинг? Около 20 номеров взял. Подошел около 50 раз, наверное. Как тебе женщины в Москве? Ну, лучше, чем в Варшаве намного. Я, значит, 2 года назад начал смотреть канал Шамшурина. Чисто случайно попал просто в интернете на видео. И через год ко мне конкретно дошло, что я был женат, и мне конкретно дошло, что я что-то в моей жизни не так, я хочу что-то поменять. Я применил решение, бросил свою сраную жену, блядь. И моя жизнь после этого, блядь, перечеркнулась, блядь, в хорошем смысле. Я начал просто, блядь, жечь, я, блядь, начал для себя делать покупки, я начал все для себя любимого делать. И это, блядь, реально стимулирует, блядь. Я начал Кирин Крайн трусы покупать, блядь, и так дальше. Духи какие-то дорогие, блядь, машины менять, блядь. Я, блядь, пошел вперед, и, блядь, это заряжает классно. Тренинг, блядь, я уверен, что после тренинга, блядь, я еще, блядь, выше буду лететь. Круто. Что пожелаешь мужикам, которые вот еще думают, сомневаются? Кто сомневается, приезжайте на тренинг. Это реально работает. Так, это, ну, наверное, самый крутой квест в моей жизни. Если страшно. А здесь очку, блядь, репит просто, блядь, вдоль и в поперек, блядь. Но это надо отрабатывать по-любому. Без тренинга ты так не сделаешь.